Подготовкой специалистов для Роскома займутся профильные учебные заведения региона. Соглашение о сотрудничестве подписали ректор аграрного вуза и исполнительный директор предприятия. Напомню, в Галышманово инвестор завершает строительство птицефабрики и комбикормового завода. Необходимо более 1000 сотрудников различной квалификации. Кроме вуза, обучать сотрудников для современного производства будут и в колледжах соседних муниципалитетов. Будет действительно такой уникальный опыт. И на самом деле хочу сказать, что не так много подобных объектов в Российской Федерации строится. Ну а для Тюменской области пятая птицефабрика, которая уже начиная с текущего года приступит к своей работе, я думаю, что позволит нам и в дальнейшем подобные инвестиционные проекты реализовывать и обеспечивать необходимыми квалифицированными кадрами.